Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Волна субтропического воздуха добралась на север полярного круга, где быстро охлаждается воздухом и льдами Арктики и теряет связь с югом Сибири, где летнее тепло еще немного продержится. Далее о погоде более подробно. 7 сентября в Новосибирске погода без осадков. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10 градусов, в дневное время плюс 22-24. Теперь прогноз на последующие двое суток. 8 сентября в конце дня кратковременный дождь, гроза. В ночные часы около 10 градусов выше 0, днем 22-24 тепла. 9 нас также ожидает дождь и похолодает. Ночью синоптики прогнозируют плюс 6-8 градусов, в дневное время около плюс 15. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного дня!